А тогда давай по поводу Арсенала. Не хочу по поводу Арсенала говорить. Нечего на слабаков тратить время. Прям слабаки и претенденты на вылет? Недостойно упоминания в эфире футболиста Арсенала, конечно. А тебе при счете, что... Они при счете 3-0 бросили играть. Да. Когда, да, действительно, я понимаю, результат игры уже ясен. Я хотя бы об этом говорил в нашем репортаже на спорте, на Спорт.ФМ. Но, опять-таки, такое ощущение, что Арсенал приехал обязательно бороться за очки. Арсенал — первая игра в премьер-лиге. Бороться надо за престиж, за зрителя. Как-то, в конце концов, ну как можно при счете просто команда встала? Нет, не может, сил не хватило? Может, Сергей Павлов неправильно подготовил команду? У кого не хватает сил, это называется слабак. Согласен. Вот, я, собственно, в прямом смысле это и говорю. Так что мне кажется, я с удовольствием поговорю про Арсенал, когда команда себя реабилитирует за то, что она бросила играть в своем первом матче после возвращения в премьер-лигу при 30 тысячах зрителей. Когда еще играть-то, интересно, спрашивается. Эта команда пока недостойна тульской болельческой аудитории, прекрасной, постоянной, любящей. А эта команда пока что повела себя просто как случайный сброд, заехавший к вам на час. А вообще, если брать всех трех дебютантов, ну, тех команд, которые вернулись или дебютировали в РФПЛ, Оренбург, Томми, Тулу, на самом деле никто из них впечатлений не произвел. Ну, может быть, Оренбург, какой-никакой, такой клон небольшой Ростова был на поле. Я не собирался говорить об Арсенале. Мы спросили, поэтому я сказал. И я просто в целом говорю о том, что это еще один знак того, признак того, что уровень чемпионата России падает, на мой взгляд. Но уровень, может быть, и падает. Но дело здесь не только в уровне, ты пойми, Нобель. Вот что важно. Арсенал и в прошлый раз, когда пришел в премьер-лигу, начинал не ахти с точки зрения результата. Но команда старалась играть в свой футбол. Да, да, это получалось смешно. Да, там были допущены грубейшие ошибки. В частности, ну, возьмите его вратаря в первом круге. Там плюс очка 4 бы точно было бы, а да? А больше, да. Да, а при том, что Арсенал до последнего тура сохранил шансы на выживание. Там плюс 4, это было бы спасением. Ну, конечно, конечно. То есть ошибки были. Но команда играла, команда боролась. Ошибки – это не саботаж. Когда команда бросает играть, она недостойна упоминания. Абсолютно было жалко тот вылетавший Арсенал. Это мнение, вот я... И вообще ощущения. Даже до сих пор помню достаточно хорошо. Здесь согласен. Ну, вот, вот тут вот, может быть, и есть та разница между Сергеем Павловым и Дмитрием Оленичевым, который протащил сквозь все дивизионы и играл, по крайней мере, от сердца. И поэтому его и помнят, вспоминают хорошо в Туле до сих пор. А Сергей Павлов, ну, хороший ремесленник на уровне ФНЛ. А что он может сейчас показать на уровне РФПЛ? Дело в том, что он неоднократно водил команды из ФНЛ в премьер-лиге. И даже играл в премьер-лиге. Да, совершенно верно. Но, как правило, потом его команды вылетали. Поэтому, может быть, вот, так сказать, Сергей Павлов. Ну, не хочу. Я, честно говоря, не очень позитивно к нему отношусь. В разное время много на нем говорил разных смешных гадостей, поэтому я сейчас лучше воздержусь, посмотрим. Я же говорю, вот это впечатление первого тура. Вот у вас, пожалуйста, есть второй, третий, четвертый. Давайте, мы поменяем свою точку зрения, если вы будете по-другому себя проявлять. Нобель, а у тебя есть что сказать за Арсенал? Мне понравилось, как команда играла первые 20 минут. Это либо была проблема Спартака в обороне, либо Тула играл как раз на тех эмоциях. Но я абсолютно разочарован, и здесь согласен с Василием, что команда не имеет права так играть второй тайм. Тула, наверное, раз 6-7 перешла на половину поля соперника. Причем Спартак, не могу сказать, что какой-то феноменальный футбол показывал. Он не прессинговал. Спартак просто брал мяч, Фернандо был... Он вышел, и мы следили с Костей Геничем за Фернандо отдельно. Он просто был один всегда. Без попыток. И я тоже удивлен, что люди, которые играют в Туле, для них это был вызов сыграть на новом стадионе при большой поддержке своих болельщиков, вообще при большой аудитории. Так провально, это, конечно, Нобель, удивительно. Нобель, ты провел целый...